Компания Uber Technologies создает консультативный совет по вопросам государственной политики. Он будет состоять из 8 человек, большей частью бывших крупных государственных деятелей. Среди наиболее заметных фигур можно отметить бывшего министра транспорта в администрации Барака Обамы Рея Лахуда, бывшего премьер-министра Перу Роберто Данино и бывшего вице-председателя Европейской комиссии Нили Круз. Цель совета – убедить скептически настроенные органы государственной, региональной и местной власти в пользе сервиса Uber для решения транспортных проблем.